приду. И вот я уже здесь, голос мой слушатель, не прервите меня. А у нас для Тимура есть специальная штука, называется чехол. Ее нужно одеть. Да, понча так называемая. И специальные защитные очки. Главное застегнуть, сейчас будет очень опасно на самом деле. Холодно, да? Сейчас будем делать большой взрыв. Нам жалко Тимура или нет? Да. Он что, должен что-то рассказывать? А, вечернее мероприятие все завлекает. Зрители, чтобы для тебя. Как минимум, да. Да. Время тут. Так, нам нужно перчатку все-таки одеть, а то потом будем объяснять, почему у меня руки обожжены. На правую руку. Я сейчас дам. Тут кипяток. Вот так вот берем его. Не-не-не, прямо одеваем на руку. Вот так вот, да. Осторожно. Там нормально, хватит, да? Спасибо. И мы сейчас на счет три. Не-не, мне нормально. А, туда? Да. Мы на счет три сделаем большой взрыв. Главное беречь лицо. Будет на самом деле правда сильно. Да, вот, кстати, с первым рядом очень особенно опасно. Так, Тимур в центре. Или где камера ваша, трансляция? Он жертвует ради вас. Вы понимаете, насколько это серьезно? На счет три. Да. Раз, два, три. Опа, он жив. Спасибо большое. Вам идет очень голубой почва.